Всем привет! Вы на Арена с Надя, а сегодня мы будем общаться с искусственной Симбочкой. Это чат с котиком Симбочкой. Так вот. Давайте напишем. Привет. Мяу, привет, как дела? Так. Норм. Круто, а мы с друзьями готовим видео для моего канала в Ютубе. Мяу. А у тебя? Есть канал. Да, вот ты пишешь, что у меня есть канал на Ютубе. Кстати. Там выходит видео на разные темы. Так что на канале Симбочка Пимпочка набрала же 10 миллионов. Так что вот 10 миллионов подписчиков. То есть я пишу, а какие планы на вечер? В планах сегодня снять еще видео. У меня много планов. Я люблю выкладывать видео на YouTube-канале моем. Кстати, у меня мой YouTube-канал этот новый. Старый был забанен, но у меня было 48500 подписчиков. Он осуществовался 6 лет назад, и канал был создан, получается, в 2017 году. Ты знаешь, что мой оригинальный канал забанили? О, это плохо. Что же случилось? Всякое бывает. Переведемся на мой канал. Я не забанен. И у меня много фолловеров. Вообще-то это у меня мой новый канал, который я создал. Я завел новый, а старый, получается, взломали, там, походу, хакеры, там, меняют пароли и взломают, то есть взламывают. Ну, ясно. У меня много видео на своем канале YouTube. Ты сможешь посмотреть видео? Нем...
немного посмеяться. Твоя оригинальная страница еще в бане. Так, вот еще я покажу. А вот оригинальный канал, который был создан в 17-м году. Вот. Сейчас я сделаю скрин. Ну вот, делаю я сегодня этот скрин. Так, файлы тут мои. Понятно, не переживай. Давай я тебе добавлю на свой канал и следи за моими новыми видео. Да как, у меня же, то есть на старом канале запретили снимать и выкладывать видео, потому что я немного, то есть... А сначала я скажу, то есть кто-то выполнил двухэтапную аутентификацию, сменил пароль и сменил телефон. Ага. Ну, я написал, что что-то, но не приятных моментов. Хорошо, я добавлю тебя в свой канал. Я там снимаю много видео. А это мой канал, кстати. Сейчас я покажу. Вот это мой канал. У меня на Ютубе почти. Получается... Погоди. Это мой канал на Ютубе. А получается, что на Ютубе набралось 250 подписчиков. А нет, 358. Спасибо за 258 подписчиков. И, то есть, у нас будет праздник. У нас... Будет праздник. Мы набираем 300 подписчиков. 300 подписчиков у меня будет. И у меня будет как раз таки праздник. И также будет у меня примера на моем канале. То есть где-то получается в московском времени. То есть где-то получается 27 июля получается то есть 18:00 по московскому времени. Как хозяин мой. Сразу после того, как ты добавишься в друзья, я сразу же добавлю тебя на свой канал. У меня есть мой канал, так что... Так, что-то копирую. Хорошо, я твой друг. И всегда
готов сделать что-то приятное. И мы, кстати, вставим, и, кстати, мы поставим лайка 300. У меня будет 300 лайков на второй части. А, то есть, значит, там поставите лайк на второй части. Если еще не подписан, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. И тем, кто еще не интересен, поделись, пожалуйста, под этим видео с соцсетями. И также есть мой ВК, Телеграм. И чтобы не пропускать ничего лишнего. Но дело не это. Какой едет ты хочешь сделать? Но я не знаю. Ладно, давай снимем видео. То есть, получается, мы тогда заснимем видео еще, но на коротком видео, то есть это YouTube Shorts. Ну и да. И, кстати, поставьте лайк для второй части. Продолжение следует.